Ну, один человек, он чувствовал себя любителем, ценителем музыки, ну, типа меломан, и с перепугу попадает в оперный театр. Ну, идет опера, слушает там Евгения Онегина, рядом сидит с ним пассажир, который действительно понимает музыку, оперу, весь где-то там, на сцене. Ну, и толкает его, говорит, послушайте, какая музыка, какая гамма звука. А тот сидит, да, рот открыл, ну, что делает это вот? Ну, человек с ним разговаривает, он сидит, как рыба. Он толкает это плечо, он говорит, ну что? Он говорит, а ты ежат. Он говорит, а это к чему? Да так, для поддержки разговора. Двух пахарей, богатых людей, посадили в тюрьму. Им ставят решетки, толстые стекла. Один другого говорит, слушай, кто тут собирается к нам ворваться еще? Значит, москвич приехал в командировку в Челябинск, уехал обратно. Его второй спрашивает, ну что там, как Челябинск, что там в Челябинске, как там люди живут? Да отстали от нас лет на 20. А что такое? Да до сих пор с бабами живут.